Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо про підсумки Всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі». І сьогодні у нас в гостях Анатолій Кривошей, організатор, член журі, провідний методист з хореографії Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Світлана Романова, старший викладач вищої категорії Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Елла Акманова, балетмейстер зразкового ансамблю танцю «Юнги» Миколаївського обласного палацу культури. Та Ольга Дорошина, заслужений працівник культури України, викладач хореографічних дисциплін Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Вітаю вас в нашій студії. Пане Анатолій, як організатор і член журі, от розкажіть нам, будь ласка, про те дійство, яке відбувалося, про це дійсно свято. Ви знаєте, пройшло два дні, а ще сложно відійти від напряженого, дуже шумного, веселого, красочного мероприятия, яке проходило в течение трьох днів, двох конкурсних днів і галоконцерта. Безусловно, скажу, что ожидания оправдались. Все практически коллективы, которые планировали приехать, приехали, приняли участие. И все 100 коллективов, от самых маленьких детской хореографии до взрослых и студенческих коллективов, взяли участие у нас в конкурсе. А это порядка 3000 участников. А если подсчитали так, кроме детей, еще и родители, бабушки, дедушки, наверное, 3500 прошло через киноконцертный зал «Юность». Чи відчувалася якась між ними конкуренція, чи кожен хотів виграти, а з іншої сторони свято танцю вже якось? Безусловно. Я должен сказать, что практически в каждой номинации, в каждой категории, ну, 10-15 коллективов находилось. Это большая конкуренция. Я могу сказать, что, наверное, менее всего, к сожалению, хотелось бы больше, это в классике. Потому что, к сожалению, что классика сегодня у нас и бальная хореография не настолько развивается, что у нас мало коллективов и как бы конкуренцию не очень большую создают. Все остальные, детская хореография оригинальная, народный танец, современный танец, представлены были. Ну, просто конкуренция была, ну, так грубо, сумасшедшая конкуренция. И членам жюри во время конкурса было очень сложно определить места. Просто в некоторых случаях между членами жюри возникали споры. Что это за споры были? Кому дать первое место? Вот на место набирают, настолько были равные коллективы, что сложно было определить. Вот, дать первое место или второе, или первое, или гран-при. Вот было у нас довольно много коллективов, так что, ну, к сожалению, если бы можно было всем гран-при раздать, на котором коллективы заслуживали коллективы, ну, получается, ну, гран-при есть одно в этой номинации, в категории, и оно должно быть одно. Вот, поэтому, безусловно, сложность была для жюри. А, значит, что? Коллективы были очень сильные, крепкие, и конкуренция была действительно большая. И было такое ощущение, что коллективы настолько отдавались на сцене, что, наверное, некоторые коллективы даже превзошли самих себя. Потому что я знаю коллективы, конечно, из других областей менее коллективы знаем, а с нашей области вот, практически все коллективы знаем. И есть коллективы, которые мы видим их очень часто. И вот на сцене, на конкурсе они выдали на все 120%. Чем вражали? Які, може, ще найбільше запам'яталося? Ну, разнообразные хореографических постановок. Это можно отнести и в народной хореографии, и в современной хореографии. Ну, во-первых, современная хореография в этот раз отличилась очень большим количеством номеров стилизации. Украинской стилизации, подтвердят участники конкурса. И уже после завершения конкурса была идея, или есть идея такая, чтобы
вот, фольк-дэнс или стилизацию ввести отдельной номинацией. В народной хореографии было в этом году представлено очень много хореографий стран народов мира, что, наверное, тоже приведет к тому, что нужно будет сделать отдельную номинацию как страны народов мира, потому что настолько много, да? Украинской хореографии, да, украинской народной хореографии, настолько было много вот, хореографии разных стран мира, так и было очень много в современной хореографии вот, направления стилизации. Вот. Даже не только есть планы и идеи ввести в стилизацию как в номинацию, а есть идея вообще проводить даже областной конкурс в поддержку народной украинской хореографии, как народной, так и стилизованной. Сьогодні у нас представники народної хореографії, так? Сьогодні представники народної хореографії. Ще раз підкреслюю, у нас народна хореографія – дитячий колектив, зразковий, і студентський колектив, який отримав і студентський, і дитячий колектив народного танцю гран-при. Це володарі гран-при. Так, що? Є, що їм приємно. Є, що їм розповісти. Ну, тоді будемо говорити вже з нашими гостями безпосередньо. Пане Світлано, розкажіть, будь ласка, чим вражав ваш колектив? Що ви демонстрували? Як готувалися? Ну, во-первых, мы представили на конкурсе абсолютно новые номера, над которыми мы много работали, много сил приложили, труда, в общем, костюмы, это все очень многое делалось вручную, собственными руками мы в свободное время занимались пошивом костюмов, где-то украшали, дополняли, подшивали, ну и безусловно, что волновались, как примет зритель, потому что мы практически первый раз выводили номера, это гопак и трясунец, такой украинский танец, вот, мы очень старались, и, в принципе, наши ожидания, наши старания оправдались. Пані Ольга, а от діти відчували також конкуренцію, чи в них була можливість подивитися більше, як концерт, це ж таке? Ми смотрели концерти всі два дні конкурсних, і перший день, де це була дитяча хореографія, і наші сучасники виступали теж в перший день. Вони, розумієте, це, от це гран-при, це ітог двохгодичної роботи всей кафедры, всей цикловой комиссии хореографии колледжа культуры. Это и классический танец, то есть это сразу же Лариса Юрьевна Семисюк, Людмила Петровна Щербина. Это народный танец Светлана Романова и Светлана Краснова. Это украинский танец Елена Павловна Башко. Наши современники – это Александр Капустин и Елена Николаевна Никитина. И, естественно, наши студенты, наше руководство колледжа, которое нас поддерживало. Два года мы к этому шли. Почему два года? Потому что два года назад возродился заново общий ансамбль народного танца в колледже. То есть если это гопак, то это первый, второй, третий, четвертый курс. Если это трясунец, это первый, второй, третий и четвертый курс. Нету отдельно курсовых работ. У Лены Павловны, если это веснянка, то это стоял второй, третий курс. То есть всеми общими нашими усилиями, нашим руководством, которое нам помогало, потому что на гопак одеть такое количество людей у нас не было денег и средств. И поэтому нам помогли, конечно же, безусловно. И все, что мы делали, тоже мы ощущали помощь друг от друга. Потому что если один человек, это очень сложно. А так мы присутствовали на всех концертах, на всех репетициях, на всех прогонах. И то, что мы получили такой результат, это, конечно, и наши студенты. Они молодцы, они умнички, они работали, они старались. И, естественно, переживали друг за друга, потому что конкуренция была огромная. Я хочу сказать, что дополнить, что колледж культуры не соревновался только сам с собой, среди учебных заведений, да, и получили гран-при. Это Винницкое училище культуры принимало участие в конкурсе, это Херсонское училище культуры, ну и среди высших учебных заведений университет наш культуры, и Херсонский державный университет, кафедра хореографии, тоже в этом году. Вот, как бы сказать, если отличается, в отличие от прошлого года, если у нас принимало участие, в общем-то, Херсон приезжал, да, училище культуры, и наш Николаевский колледж культуры, то сегодня два университета и училище культуры. Одесса приезжала.
на Одессу. Поэтому, как бы было с кем соревноваться, было и на кого посмотреть, и себя показать. Это очень здорово, что организаторы конкурса ввели такую номинацию «Учебные заведения». Конечно же, мы очень переживали, потому что перед нами стояли ребята и преподаватели университета нашего, Херсонского университета. И мы знаем, что у нас есть конкуренция, но как бы побороться было очень с кем. Мы очень переживали, конечно, очень. И рівень конкурсу фестивалю одразу виріс. Безусловно, безусловно. И я должен сказать, чем старше категорию жюри смотрело, тем сложнее было, чем сложнее было оценивать. Потому что коллективы буквально выравнивались. И, конечно, когда мы пришли к третьей категории и специализированным учебовым закладам, безусловно, вот больше всего как бы у жюри было вопросов и таких вот спорных моментов, что кому же гран-при, ну кому первое место, потому что действительно коллективы были великолепные, показали очень высокое мастерство. Вот, и, безусловно, иногда ставило жюри прямо в тупик, очень сложно было определить место. Пані Ело, ви в нас як представник дитячої хореографії. Розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до цього конкурсу? Адже всеукраїнський конкурс, масштабний такий. Ну, я вам хочу сказати, ми не перший раз участвуємо. Це вже наше друге гран-при. В 2013 году мы тоже заработали. Региональный, да. И мы, правда, в первой категории получили гран-при. И в этом году мы шли целенаправленно за гран-при, я вам честно скажу. И детей мы настраивали на то, что мы идем побеждать. И, в принципе, наши оправдания, наши надежды вот так вот осуществились. Так получилось, сложилось, что мы действительно получили гран-при, потому что мы очень сильно тоже готовились к этому. Мы пришли на конкурс с двумя новыми номерами, абсолютно новыми. Что учитывается тоже жюри. Да? Да, свет, новые мы постановки. Мы не знали об этом. Через год все по новому номеру. Да, и это гран-при мы заработали во второй категории, правда. Уже детки постарше. Осознание это все. Ну, и я надеюсь, что все-таки мы подтвердили свое мастерство, и уровень у нас вырос наш профессиональный. Уже мы стремимся к тому, чтобы дети тоже наши как бы проявляли себя в хореографическом искусстве и поступали в наши учебные заведения, чтобы они видели, они увидели, они оценили, они задумались, я так думаю, и пополнят ряды наших учебных заведений, колледжа, университета. Чем народная хореография вабить сучасних детей? Ну, провокационное такое питание. Очень провокационное, да, потому что тяжело сейчас детей заинтересовать народной хореографией, очень тяжело. Поэтому мы стараемся искать какие-то новые формы, какие-то новые элементы, что-то придумывать такое, чтобы детям было интересно. Не только голубцы, ковырялочки, а вот какие-то нужные такие вот пытаемся находки найти, чтобы им было интересно и привлекать их, и заинтересовывать. Показываем на примерах, на тех же коллективах, которые профессиональные, полупрофессиональные. Даже мы ездим на конкурсы межукраинские, международные. Мы были в Буковеле, вот буквально осенью. Мы были в Каменце-Подольском весной прошлой. И очень тоже много, большое количество коллективов. И я вам честно скажу, очень много современной хореографии сейчас. Очень много, поэтому дети видят и думают, ага, а народная как бы так и немножко забыта, и поэтому пытаемся ее возобновлять, пытаемся что-то делать новое, и думаю, получается, какие-то формы новые стараемся найти. Чи завжди от до коледжу культури поступають діти, які от навчалися в спеціальних закладах, там
хореографії додатково, щось. Чи є ті діти, які просто от захотіли танцювати спонтанно, скажімо так? Є, звісно, ребята, які нас учаться, вже студенти, які до коледжу не танцювали, ну, дуже хотіли. Ну, звісно, дивимося на дані, безусловно, на музикальний слух, як чоловік сприймає, наскільки він... скажем так, театральное или актерское мастерство, насколько он чувствует. Ну, в основном, конечно же, выпускники вот детских коллективов, самодеятельных коллективов. То есть, и, конечно же, огромное спасибо руководителям, которые занимаются с этими ребятами, потому что чувствуется уровень подготовки. Если он пришел уже подготовленный, то, конечно же, она меньше с ним работает. Вот. Безусловно, это большой как бы, вклад вообще в нашу хореографию, в наш... Підтримка велика. Ну, звісно, звісно. Пане Анатолій, а от хто взяв участь в гала-концерті? Чи взагалі був на гала-концерті? Звісно, звісно. Після, звісно, таких двох мощних днів конкурсних були відобрані колективи в гала-концерті. Ну, всі ми не будемо перечислять їх. 25 колективів прийняли участь, кожен колектив давав по одному номеру. Коллективы были как николаевские, областные коллективы, были коллективы Херсона, Херсонской области, Кировоградской области, Винницкой области, Одесская, нет, Одесская, шестые да. Шестые области, я да, были это. Практически все коллективы принимали участие в гала-концерте. Вот. Поэтому гала-концерт получился интересный. Вот, и кроме самого концерта были награждения прошли, награждали наших руководителей коллективов. Вот, это наградили три человека у нас. Руководители награждены были министерскими грамотами, госадминистрации грамота, управления культуры, грамоты от мэра, грамоты областного центра народного творчества, от спилки, центральной спилки Киева и от спилки нашего областного осередка. Вот. То есть 7 человек, руководителей, были награждены грамотами от разных уровней. А призы? Какие же призы были? Все за призами. Ну, призы. Кубки, призы. Кубки, безусловно. Коллективы победители, занявшие гран-при, первые места и вторые места были награждены, кроме дипломов победителей, еще и кубками. Безусловно, будем надеяться, что наш фестиваль будет развиваться, и финансовая составляющая нашего фестиваля будет тоже укрепляться, и мы будем когда-то дарить не только кубки, а и подарки. Вот, я надеюсь, что это будет. Все-таки государство наше будет развиваться, и немножко денег прибавится и в культуре. Почему? В этом же году сертификаты давали. Да, это безусловно, безусловно. Это приятно было у нас и от администрации, и от депутатской комиссии, и от спилки хореографов были выделены деньги по 1000 гривен. Вот 4 коллектива получили сертификаты. Вот. И не просто получили как бы конверт с этими 1000 гривен, а были областным центром подготовлены сертификат на 1000 как диплом. Ну, приятно было очень получить. Я, вы, наверное, видели в фотографиях, да, вот да. Асела да, Александровна вот, да, стоит сертификат. Вместе с сертификатом. Вот, поэтому, безусловно, руководителям было очень приятно. Вот. И я хотел бы вообще сказать за саму организацию и подготовку, что очень большая работа прошла. Мы с вами встречались вот буквально перед началом, да, перед своим конкурсом, говорили о наших ожиданиях. Вот, то сегодня можно сказать уже по прошествии конкурса, что проведена была огромная работа областным центром и, по организации, подготовке. И, безусловно, это дало результат по самому проведению, что конкурс прошел, в общем-то, без особых там, без сбоев, без проблем. Многие все остались довольны организацией, разъехались, я думаю, с хорошим настроением и с обещаниями, что приедут еще не один раз. В частности, хочу сказать за Винницкое училище культуры. Сергей Береза говорит, Анатолий Васильевич,
что у нас вообще не проходят такие конкурсы. Говорит, мы обязательно к вам приедем и привезем с собой еще не один коллектив, не только учебного заведения, а еще и просто самодеятельные коллективы, народные, изразковые коллективы города и области. Там довольно сильные очень коллективы. Так что я думаю, что нам прибавит еще конкуренции, интереса да, в проведении конкурса «Миколаевские зори». Думаю, он будет развиваться. Международный. Михаил Федорович Димитров, начальник управления культуры, он говорит, что надо статус международного конкурса. Я говорю, будут у нас дороги хорошие, ну и будет финансовая поддержка, безусловно. В этом году и планировали приехать коллектив с Молдовы, вот, но что-то не получилось. Я думаю, если будет такая возможность, кроме коллектива Украины, пригласить и будут желающие приехать где-то из-за рубежа, то, безусловно, мы их пригласим. Может быть, не как конкурсантов, как гостей для начала, вот, но обязательно пригласим, чтобы наш конкурс развивался и пришел к уровню международного. Ви так живо переговорювались, коли говорили за конкурсантів. От що ви для себе почерпнули нового, можливо, же ж багато колективів, щось новеньке, можливо, собі в репертуар? Або хоча б якісь рухи там, свіжий погляд? Дуже багато колективів самодіяльних, дуже багато, на дуже сильній основе работают. И такие постановочные работы, даже вот Элла вот со мной рядом, да, Юнги, просто прекрасные две постановки абсолютно новых. И уровень ребят возрастает с каждым разом все больше и больше. Были достаточно сильные самодеятельные коллективы. Это и «Квиты Украины», это и «Ансамбль Джерельца». Это очень сильные коллективы. И «Херсонская радость» привезла очень сильно. Да, «Эдельвейс». Очень много коллективов, которые растут. Они растут, подрастают, и как бы так вот, да, вот даже, ну, можно сказать, что это, ну, вот уровень училищ, колледжей и очень интересные постановки, а костюмы какие? У нас таких костюмов нет, как самодеятельных. Тем более, сейчас мы готовимся к новому конкурсу, нам отдыхать некогда. Завтра у нас отчетный большой концерт колледжа культуры, приходите, пожалуйста, вот в час дня в областном дворце. Вот. А вообще у нас предстоит тоже очень сложный конкурс, всеукраинский, имени Павла Павловича Вирского. И, конечно же, конкуренция вот среди как раз учебных заведений, взрослых коллективов, профессиональных коллективов будет еще выше, чем мы испытали сейчас конкуренцию. То есть то, что этот конкурс прошел перед конкурсом Вирского, это даже очень хорошо. Мы как бы, да, услышали оценку. Опробовали свои силы. Да, да, опробовали свои силы и услышали оценку жюри уже наших номеров. Да, уже как бы не так страшно ехать к Мирославу Михайловичу Вантуху на второй тур в Одессу. Я хотел бы сказать, что мы за короткую передачу не можем рассказать о всех и о всех коллективах. Я хочу сказать, что у нас еще есть обладатели гран-при из современной хореографии. Это представители Дворца культуры молодежной, ансамбль «Бусинка» и «Каприз». И у нас наш ведущий ансамбль классического танца «Дивертисмент» в классике получил тоже гран-при. Я думаю, что у нас еще будет передача одна по «Миколаевским зорям», и мы пригласим обязательно еще обладателей гран-при детской хореографии и классической хореографии. Ну, это будет обовязково. Вот. Я надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Вот. Хотелось бы, безусловно, поблагодарить Дворец культуры молодежной Юлию Захарову, которая предоставила помещение, концерт-холла «Юность», создала все необходимые условия для проведения. И несмотря, что как бы коллектива было очень много и тесновато, безусловно, что нет там возможности для переодевания, все переодевались в зале, но тем не менее все было, сцена подготовлена, работали технические службы, вовремя все убирали, приводили все в порядок и делали все возможные условия для того, чтобы коллективы себя чувствовали комфортно. Поэтому большое спасибо, Юлія Вікторовна. І програма була, так я знаю, гарно спланована, що навіть без пауз таких. Так, да, пауз не було. Хоча конкурсна програма сама не підрозуміває, щоб це було як концертне, гала-концерт без пауз. Можна останавливати, може, допустим, то були паузи, це нічого страшного. Але, тим не менше, пройшло на високому темпоритмі і практично без пауз. Першим
у нас приняло 40 коллективов, да, чуть больше 40 коллективов первый день принимали участие в современной хореографии, вот, и бальная хореография, а второй день еще более нагрузка, у нас 60 коллективов во второй день. Поэтому, конечно, для всех нагрузка была, и для организаторов серьезная, и для участников, и для служб, которые практически помогали проводить этот конкурс. Всем сложно. Вот. Но, тем не менее, никто без обид, все остались все довольны, и все, пожалуйста, приходите еще, вот, и организовывайте, и проводите эти конкурсы. Ось так от на високому рівні наш Миколаїв зустрів гостей, зустрів своїх же ж, да, миколаївців. І сьогодні ми говорили про всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі». Я дякую вам, любі глядачі, що ви були з нами. Приєднуйтесь до нас наступного тижня.